це вода і застуда. Як вберегти нирки, знає гість, який прийшов до нашої студії. Це Ігор Фомічов, лікар і експерт незалежної лабораторії. Тож, насправді, з нирками все складно. І якщо ми десь переохолодилися, то можемо навіть не помітити, що переохолодилися нирки, вони не болять. Так? Це правда чи ні? Ну, на самом деле, как бы да. Ну, во-первых, добрый день, Юля. Добрый день, добрый пане день, Игорь. Аудитория. Ради да, вас очень бачите. Приятно опять быть у вас на канале, опять говорить о каких-то очень важных вещах. На самом деле, вы поднимаете очень правильные вопросы. С почками ситуация достаточно у нас сложная на Украине, потому что, как вы правильно заметили, они действительно до определенного момента молчаливо взирают на и терпят все то, что мы с ними пытаемся сделать. То есть они нам говорят о том, что что-то происходит не так, уже на таких достаточно поздних стадиях, когда уже вроде бы исправлять все, казалось бы, поздно. Да? Поэтому мы, как независимая лаборатория, всегда рекомендуем делать шаг вперед. Да? То есть мы говорим о том, что нужно мыслить немножко вперед, на перспективу. Поэтому у нас сейчас акция проходит в лаборатории, то есть мы выполняем базовые исследования на оценку функционального состояния почек, поэтому те, кто еще не успел обследоваться, то есть у нас еще есть определенное время, это 10 Пане дней. Ігоре, да. А скажите, пожалуйста, вот справді людина, яка не знает, как взагалі нирки повинні себе поводити. Їй важливо це знати, якщо в неї немає проблем ніяких. Це обов'язково мати аналізи, мати дослідження, це обов'язково взагалі звертати увагу на нирки. Чи якщо вони нас не турбують, то все нормально? Ні, ну смотрите, якщо не беспокоїти, слава Богу, як говориться. Не треба, хорошо, так? Да. Не входить. Но ми повинні, опять же, пам'ятати о том, що слишком много факторів риска существует, которые могут повлиять на здоров'я почки прежде всего. Потому что почка, ну, во-первых, она выполняет очень важную функцию в нашем организме. Это, прежде всего, фильтр, который стоит между кровотоком системы и системой выделения, мочевыделения. Да? То есть организм, он выбрасывает все ненужное, все продукты своей жизнедеятельности, в том числе и через почки. Угу. Поэтому их функцию переоценить практически невозможно. Поэтому, когда этот фильтр перестает правильно работать, мы начинаем терять достаточно много того, чего у нас как бы не хотелось бы терять. Да? И второй нюанс заключается в том, что почка – это такая себе биохимическая станция, которая, помимо того, что она фильтрует, она производит еще определенные вещества, которые необходимы для нашей жизнедеятельности, нашего организма. Мы с вами недавно встречались здесь накануне мартовских праздников, вы рассказывали о витамине D. Вот как раз почка имеет непосредственное влияние на то, как витамин D у нас в организме метаболизируется, то есть как он приобретает активные функции, это происходит конкретно в почке. И плюс еще ко всему от почки зависит производство эритроцитов, то есть и как бы если почка выходит из строя, то тогда мы понимаем, что и с обменом кальция у нас могут возникнуть проблемы, и с кровообращением, собственно говоря, и анемия тоже может возникнуть на фоне неправильно работающей почки. Це якось можна зрозуміти, що ваші нирки, ну, не зовсім добре працюють. Тільки за допомогою аналізів чи якось іще за якимось Смотрите, какая ситуация. Да, то есть, опять же, мы подчеркиваем, что почка достаточно долго терпит. То есть она не сразу проявляет себя, то есть она не сразу говорит нам о том, что что-то произошло, пошло не так. Поэтому всю диагностику можно разделить на несколько важных этапов, из которых первым является как раз лабораторное определение. Поэтому есть некоторые базовые показатели, которые, ну, я рекомендую хотя бы раз в полгодика прийти в лабораторию и сдать, посмотреть. Слушайте, это не очень дорогие, все, тоді, не очень дорогие анализы. Нам же все треба сдавати. Ну, на самом деле не все. То есть там есть какие-то определенные вещи, вы можете просто их сдать, посмотреть на уровень и понять, что с почками, в принципе, все как бы хорошо. И опять же, на полгода забыть о том, что нужно посещать ну, лабораторию. Ну, например, анализы те стандартные, которые мы звикли сдавать, анализ мочи, крови, они покажут? Конечно, безусловно. То есть, безусловно, ну, кровь само собой, моча прежде всего покажет, потому что там будут изменяться некоторые показатели, трактуя которые и вы сами, и лечащий врач, к которому вы можете обратиться, он тоже может сделать определенные выводы и назначить уже какое-то более углубленное обследование. Но мы сейчас говорим как раз не о общих анализах, мы говорим о том, что существуют еще некоторые показатели, которые тоже надо бы контролировать. К ним относятся креатинин, уровень мочевой кислоты и мочевины. Вот три базовых показателя, которые вы можете делать один раз в полгода, и вы будете убеждены в том, что ваш почечный фильтр работает хорошо. Потому что на самом деле и переохлаждение, как вы сказали, и жара, которая сейчас стоит, такая она достаточно аномальная, стоит на улице,
сказывается, она приводит к повышенному потоотделению. Если неадекватно не поставлять жидкость в организм, это тоже может сказаться на здоровье почки. Плюс инфекции, которые мы можем перенести, ангины, простуды, это тоже влияет на здоровье почки. Поэтому... Якщо щось так сталося з нами, ну, наприклад, ми багато втрачаємо вологи, так? Ми поповнюємо її і можемо зрозуміти, що через деякий час нам потрібно все це ж спрогнозувати, що буде з нашими нирками. Так, здати аналізи, ну, ось ці додаткові. Да. Если у вас нет проблем, то есть мы разбираем ситуацию, когда человек абсолютно здоров. То есть мы говорим о том, чтобы сохранять здоровье почки длительное время, нужно поддерживать активный питьевой режим, адекватный. То есть в сутки мы должны потреблять не менее 1,5–2 литров жидкости, но при этом мы должны следить за тем, что сколько мы выпиваем, приблизительно столько же мы должны выделять. Потому что если будет какой-то дисбаланс, мы понимаем, что что-то идет не так на самом деле. Поэтому сейчас, когда жарко, то мы рекомендуем, что нужно обязательно адекватное количество жидкости, может быть, немного может увеличить. Больше. Да, чуть больше, чем до это необходимо. С учетом того, что идет активное потоотделение, мы должны все-таки понимать, что и желательно, чтобы это была, ну, если не подсоленная вода, то, по крайней мере, вода, которая содержит в себе микроэлемент. Минеральная подійде? Подойдет, да, абсолютно. Так, ну, сбалансованная минеральная вода. Ми вже про це поговорили, з'ясували. Добре, да. півтори-два літри – це підходить для здорової і дорослої людини. Точно, якщо ми поїдемо, наприклад, на море і не помічаємо, що з нами стається, виходимо з води, переохолоджуємось, це стосується багатьох дітей, які швидко починають заходити в море, не встигають висохнути, знову заходять. Ну, тобто ось такий процес, коли діти не швидко, швидко розуміють, що все з ними сталося вже не так, і батьки наприкінці відпочинку вже бачать проблему. Часто таке трапляється на вашому шляху, на вашому лікарському ну, шляху? Ну, безусловно, такі варіанти можливі, але, опять же, діти – це така категорія, яка у них немножко все по-другому, не так, як у взрослих, поэтому, соответственно, ми розуміємо, що недолечена ангіна, недолечена какая-нибудь інфекція, вона в конечном итоге може ударити в тому числі і по почкам. Переохлаждение, по сути говоря, запускает этот механизм. Да? То есть мы понимаем, что инфекция, она не побеждена, она осталась в организме, и при этом, когда маленький человечек переохлаждается, да, то как раз вот эти все варианты приводят к тому, что начинается активизация, и, возможно, это приводит к нарушению работы почки. То есть такие уже пиковые варианты, когда есть отечность там, нижних конечностей, верхних, когда есть мешки под глазами, когда, я не знаю, уже боли в пояснице появляются. То есть мы не берем такой вариант, когда же действительно, что почка не просто сигнализирует, она уже просто кричит о том, что что-то происходит не так. То есть опять же я говорю, что нужно делать шаг на упреждение. Да? То есть мы должны контролировать всегда эту ситуацию, держать ее на пульсе руку. А что спочатку? От наш, например, мочевой мехур, он первым может сигнализовать про проблему? Чи це зовсім інші? Да, то есть, ну, система мочевыводящая, она достаточно сложно организована. То есть у нас есть некая этажность, то есть почки, их две, как вы знаете, да, они находятся, это как бы верхний этаж, потом идет мочеточник, потом моча, которая продуцируется в почках, собирается через мочеточник, и она собирается в мочевом пузыре. Мочевой пузырь – это отдельный орган, который тоже относится к этой системе, но если мы сегодня говорим о почках, то применительно к мочевому пузырю диагностика там уже немножко другая будет. То есть мы не сможем при помощи каких-то, скажем так, простых лабораторных тестов определить, в чем же проблема, да, то есть мы сможем определить… Окремо. Да, мы сможем определить этажность, то есть у нас есть так называемая трехстаканная проба, когда мы можем по этой пробе, по ее итогам посмотреть, какой же из этажей нашей мочевыделительной системы вышел из строя. Постраждав. И так, если почки, тогда мы уже применительно к этому нашему открытию начинаем уже нашу диагностику более углубленно проводить. А если у нас уже была проблема, повязана с нирками, то как она в будущем может відобразитись на нашем жизни, нашем организме? Это всегда как бы такой тяжелый вариант, поэтому если уже такая проблема существует, то есть рекомендация, что нужно прилагать максимум усилий для того, чтобы ее, эту проблему каким-то образом нивелировать и ликвидировать ее последствия. То есть, если речь идет об остром процессе, это всегда обязательный визит к врачу для того, чтобы назначить адекватную терапию, которая будет включать много препаратов. Эти препараты тоже нужно принимать для того, чтобы эти последствия не были тяжелыми. Хуже, когда процесс перешел в хроническую стадию. Хроническая стадия – это всегда плохо, а с точки зрения почечного здоровья это плохо в квадрате. Потому что мы опять же понимаем, что уже этот фильтр будет работать не так. И не дай бог, конечно, это терминальная стадия, когда уже идет последняя стадия хронической почечной недостаточности, когда уже ничего вообще не работает. И это пациенты, которые находятся на хроническом гемодиализе. То есть это то, что вот уже это
то, что последнее можно предпринять для того, чтобы как-то улучшить их образ жизни, немножко компенсировать те негативные последствия, которые произошли. Поэтому, дабы этого не допускать, я еще раз подчеркиваю, нужно всегда все вчасно, заранее. Да, все хоча бы знати, що з вами не так. Так? Да. Скажіть, пане Ігоре, будь ласка, з приводу харчування, от для того, щоб нирки працювали завжди чітко і без проблем. Ну, перше, можу сказати. Не солоне, не гірке, не гостре. Да, смотрите, это адекватный питьевой режим. Это всегда. То есть мы должны поддерживать почку в рабочем состоянии. Желательно, мы говорили, когда с вами общались по поводу кардио различных проблем, да, то мы говорили о том, что избыточное потребление соли. Здесь это тоже рекомендация будет правильная, потому что соль – это то, что как бы почка со своей стороны еще регулирует водно-солевой баланс. Поэтому здесь не надо ее пытаться нагрузить чем-то лишним. Поэтому потребление соли, мы помним с вами, мы говорили о том, что это 5 грамм в сутки, этого будет вполне достаточно для того, чтобы все работало у нас хорошо. Вовремя нужно санировать различные очаги инфекции. Посещайте стоматолога, то есть кариозные зубы, недолеченная ангина, хронические тонзиллиты, хронические гаймориты, это воспаление верхнечелюстных пазух и так далее. То есть все, что можно, все, что может привести к вот этой инфекции, которая будет распространяться и опять же влиять на здоровье почки, это все нужно вовремя санировать. То есть опять же этими вещами нужно заниматься. Стільки зв'язуючих елементів в нашому організмі є, так? Десь карієс, а проблема в нирках. Ось так. Насправді в організмі не дарма говорять, що все пов'язане одне з одним, і треба просто слідкувати одразу за усім. Як кажуть, так, немає абсолютно здорових, є просто недообстежені. На сьогоднішній день, от за вашими такими, може, варіантами, ви бачите багато людей, які приходять і до вас, як до лікаря, і взагалі спілкуєтесь, то українці стали більш ретельніше слідкувати за своїм здоров'ям? Ну, судя по тому, як люди реагують на различні предложения, які є у нас в лабораторії, обслідуватися дополнительно, то я вважаю, що настороженість стала гораздо вище. І я не вижу в цьому абсолютно нічого плохого. Тобто, сучасний чоловік, він тим і сучасний, він має абсолютно відслідувати будь-які моменти, которые позволят ему максимально обезопасить свое существование, потому что оно сейчас у нас и так не очень простое, поэтому для того, чтобы все это правильно делать, нужно все это вовремя обследоваться. Поэтому я сейчас считаю, что тенденция таки существует, да, то есть украинцы стали больше следить за своим здоровьем, они уделяют этим вещам гораздо больше времени, мы не говорим не только о лабораторной диагностике, мы говорим о прочих вариантах, то есть посещение, опять же, тех специалистов, которые я перечислял, это должно быть как закон, да, то есть стоматолог, женщина-гинеколог, вовремя, как положено. Ну, кожного року, так? Безусловно, чи один раз да. на рік? Скільки треба лікарів для обстеження пройти, обов'язкові? И анализы, какие треба сдавать? Обовязково. Ну, смотрите, если мы, опять же, преломляем через призму почечного здоровья, то обязательно нужно один раз в год хотя бы, а лучше раз в полгода, выполнять определение показателей общего анализа крови, общего анализа мочи. Если есть какие-то подозрения на какие-то проблемы, то те вещи, о которых я вам сказал, да, есть биохимия, это посмотреть уровень креатинина, мочевины, мочевой кислоты. Если этого недостаточно, если уже видно, что проблема более серьезная, тогда нужно определяться с так называемой скоростью клубочковой фильтрации. Это важный показатель здоровья почки, и от него будет зависеть, насколько адекватно она будет работать. То есть там есть определенные параметры, по которым мы это смотрим. Ну, и, безусловно, кроме лабораторных обследований, можно еще выполнять некие там простые инструменты. Це що стосується так, якщо це ми будемо нирки дивитися, так, якщо це стосується взагалі загальних лікарів, то от ви вже казали, так, стоматолог, гінеколог – це для жінки, далі це терапевт, чи це не обов'язково, чи це загальні? Я не думаю, що терапевт так прямо от необхідний, щоб ходити. Ні, я думаю, що ні, але якщо є якісь причини, які заставлять вас до нього звернутися, то не потрібно, як говориться, сидіти в засаді в окопі і чекати, коли у вас це все разовьется в какую-то неприятную стадию. Поэтому, если ощущаете недомогание, ощущаете какие-то проблемы, посетите своего семейного врача. Тем более сейчас, насколько я понимаю, это вообще не небольшая проблема, потому что там и это в электронном варианте все работает, и как угодно. Нирки та ковід, це, мабуть, буде останнім же питанням, як відображаються якісь проблеми на нирках, можливо, так, в людей, які перенесли ось таку страшну проблему, і, можливо, в когось вона ще
буде в майбутньому? Ковід, да, безусловно, он тоже добавил нам седых волос на голове и в плане почечного здоровья тоже, потому что, как любая вирусная инфекция, это прежде всего сосудистые реакции. Да? И мы знаем о том, что коронавирусная инфекция, она бьет по сосудам, и не, скажем так, нередкие варианты были с тромбозами и так далее. То есть мы понимаем, что любой орган, который в себе содержит сосуды, а почка на самом деле достаточно интенсивно кровоснабжается самостоятельно, поэтому и там тоже могут возникать определенные нюансы. Поэтому людям, которые перенесли коронавирусную инфекцию, им в любом случае нужно, когда это все закончится, они почувствуют себя здоровыми, хотя бы раз в полгода посещать уже к этому списку, о котором мы сказали, нужно добавить уже семейного врача. То есть чтобы он тоже смотрел на эти показатели, оценивал их здоровье уже и учитывая эту сторону вот их анамнеза. Да? То есть если человек перенес коронавирусную инфекцию, пожалуйста, давайте будем это все более пристально контролировать. Ну так, але ж хочеться на позитиві завершити наш ефір. Пане Ігоре, я вам дякую, що тут багато чого ми поговорили. Кондиціонери також впливають, і треба дуже обережно дивитися, безусловно, аби не було переохолоджень, і щоб ви добре себе почували. Якщо ви їдете на море, теж слідкуйте за вами, за вашими дітьми, щоб не було переохолоджень. Сонце, якщо це буде надлишок сонця, також не можна. Тобто є багато різних літніх проблем, на які обов'язково потрібно звертати увагу. Я вам дуже дякую, що поговорили сьогодні на таку важливу тему для усіх, для нас. Не треба забувати про своє здоров'я, про здоров'я своїх рідних та близьких. Ігор Фомічов сьогодні був у нашій студії. Ну, а ми, звичайно, бажаємо вам усім бути здоровими. Не примикайтесь, дивіться телеканал «Відкритий». Зустрінемось вже завтра о 13:30. До побачення. До побачення.